Эфирова. Сегодня у нас... Спрося, подержи. Скажи, чтоб трещали, вышли. Всех позови, быстро. Всех позови. Нестор, открывай воротину. Добрый день. С миром принимаем. Проходите. Проходите, сестры. Ну давай, встретились. Здравствуйте. Вот. Проходите. Спасите, что. Давайте. Вот они у нас. Здравствуйте, Игнатий. По славу Божию. А ты, дорогой, как тебя звать? Здравствуйте. Тимофей. Лев. Это Лев. Где Сережа? Прячься от него, это Лев. Тебя Леша встретился? Да. Нормально. Слава Богу. Ну давай за стол, пошли. Пошли, позавтракай, дальше будем разговаривать. Так, я сейчас собак вывезу. А куда вы? А кто у вас там? Эй, куда я вам привезу? Сумки-то взять сразу надо. Берите, помогите сумки притащить. Сумки давайте, поможете. Значит, стой там, сейчас мы подойдем. Сейчас мы подойдем. Комаров море, комаров море. Это даже очень легче, чем кажется. Полина, ты за столом сидишь. Полина, ты, Полина, ты еще за столом. Сейчас руки помой. Обязательно. Еще плохого не сделали, скажи. Вот они. Что-то они беспокойны у нас. Ну что, а? Ну вылазь ты давай. Это сверно мы. Ну-ка. О, красавец. Верный, ну-ка. Давай, давай. Проходи. Потом разберем до конца, сейчас пойдем. Вон, смотри, голова. Все, наверное, да, все. Там с багажника еще доставайте. Давай туда, где был. Верно. Так. Бери мою собаку. Вести. А? Помогай ему. Проходи туда, Сергей, где он был, там, на свое место. Ну и верно, он туда рядом. Да? Ну рядом где-то там можно даже. Там у него собачка у этого, у Нестора. Определи куда. Тимофей, руки из карманов. Отвыкай. Не просто так. Отучиться, конечно. Собака не просто так вот тут отверла. Чемпион России. Угу. Это огромный труд положен. Мы наслышаны, наслышаны. Ураган, он с нами проехал все путешествия. Без собаки мы не выезжали. Могли спать спокойно, никто не подойдет. У нас Лёва тоже была собака чемпион России. О! И Евразии. Не знаю, надо спросить. Ну вот, слава Богу, приехали.
встретили. Все, я в руках. Так, что тут приехали, давайте, рассказывайте. Так, может, в тенечке где-то зайти нам? Да можно. Давайте вот сюда. Пошли вот. Пошли в тенечку. А то солнце сильно светит. У нас тебе как, надели куртку, не надо? Давайте, не надо. Не было, может, сзади тут надо будет стоять, смотреть. Там был небольшой девушка у нас тоже. Она сейчас не работает, так, после операции. Давай, все, с чем приехали, чтобы вы получили все, зачем приехали. Угу. Ну, это пишет раба Божия Татьяна. Мир вам, Игнатий Тихонович. Мир. Здравствуйте. Раба. Пишет вам Татьяна. У меня сложная ситуация с моим сыном Дионисием. Пьет пиво почти каждый день. Так, пьет? Пьет пиво почти каждый день. Ему уже 36 лет. Не женат. Живет со мной. Когда жив был отец, пили на пару. Почти 10 лет там назад закончил свою жизнь. Ну, то есть муж ее. Отец этого Дионисия, который умер, пьет, умер самоубийством. Нет, муж, о, самоубийца. Муж самоубийца. Угу. Вот. Я, конечно, молюсь за Дионисия. Так, перемены происходят только с работой. Либо работает, либо в поисках работы. Слава Богу, Господь управил. Сейчас работает автослесарем, но это последний шанс. Есть еще дочь Екатерина, она замужем, двое детей, младший Алексей, младший Александр, муж Андрей, но никто из них не воцерковлен. Крещены мочение лба, младенцев поливали тоже над купелью. То есть у всех нет полного крещения. Надо же, это зараза, все проникло, все, везде искажение, да. Кощунники с попой. За всех очень болит душа, я очень прошу ваших молитв, вашего совета. Спаси Христос. Ну что на это можно сказать-то только? Только на Бога надеяться. Больше никак. Его не заставишь. Даже его арестуй, и он там будет что-то в органе себе делать. Пепел будет делать и пить из матраса. Ничего, только помолиться, да Господи, да помилует и откроет, и даже задавит страх. Но только никогда не роптать. Мы молимся, Господи, любыми путями. И назад авария. И человек лежит парализованный. Ой, а почему я молилась, где Бог? Ну, Бог тебя услышал, ответил. Что тебе надо? Надо, чтобы пьяница был? В ад пойдет. Или больной, который в рай пойдет. Да. Ты сама определи. Вот Сергей парализованный-то который. Он говорит, парализованный во славу Христа. Угу. Не просто так. И уже 15 лет лежит на вытяжку. Так, что ты? У тебя тоже письмо? Это Екатерина. Это все. Спасибо. А мне просто вот... Так, ну, больше еще можешь сказать. Никак. А о чем мы говорили? Это... Какие еще будут вопросы, вы их все записываете. Угу. Вы должны все разрешить. Сегодня у нас четверг. Еще я сегодня где-то на работу, буду уже пятница, суббота, воскресенье, 3 дня, я буду только с вами. В субботу служба будет праздник? Обязательно, богослужение, подготовка к крещению, тут кто, ну, у нее одежда-то есть? Да, 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 сорочка есть. Белое все приготовили? Да, да. Ну, батюшке я скажу все это дело. А вам-то никому это не нужно, нет, все это нет, получили. Нужно все. Ну, что сказать, идите отдыхать. Спасибо. Гости у нас до обеда отдыхают. Днем можно сюда выходить, а ночью там будет стоять у вас ведерко. Угу. Все, с Богом. Спасибо Христу. Слава Христу. О чем говорите? Ну, говорили до этого. На бумаге. Напишите. Угу. Все, с Богом. Так, ты так и не перешила кармана.